Всем привет, с вами Мария Лэнд, и сегодня у меня новая идея для личного дневника. Давайте нарисуем очень милую страничку фламинго, будет классный фон, и главное, фламинго рисуется очень просто, схематично, что не может не радовать. Давайте начнем. Я в своем белом блокноте, вы можете без проблем использовать тетрадку в клетку, в линейку, это не имеет значения. Внутри этого овала я буду рисовать фламинго. Далее таким приглушенным розовым я буду заполнять все пространство, кроме овала. Пускай пока наш фон сохнет, а я ярко-розовой акварелью закрашу уже самого фламинго. Пускай пока он у нас сохнет, а я черной ручкой на фоне нарисую черные сердечки. Думаю, такая страничка украсит любой личный дневник. И завершающим элементом нарисуем черной ручкой глаз. Вот такая милая розовая страничка у нас с вами получилась. Легко рисуется и классно подойдет к вашему дневнику. Если вам понравилась эта идея, обязательно ставь лайк, пиши свой комментарий, конечно, нажимай на колокольчик и подписывайся на канал, чтобы не пропустить больше няшных и творческих идей. А я с вами прощаюсь. Ловите момент. Была с вами Мария Лэнд. Пока!